Кажется, совсем недавно мы провожали год 2020. Сегодня мы провожаем год 2021. За этот год многое что изменилось. Мы начинаем привыкать жить в условиях пандемии. Мы начинаем ценить больше тех, кто рядом. Мы начинаем ценить жизнь, потому что если мы сами друг о друге не будем заботиться, мы не будем друг другу помогать, ну тогда, наверное, грош цена нам. И посмотрите, как изменяется город, изменился город за этот год. И мы понимаем, что еще много предстоит сделать для того, чтобы город был еще краше. И в этом заслуга всех нас, всех, кто живет в этом городе, кто любит свой город. Да, мы иногда ругаемся, да, мы иногда с чем-то не соглашаемся, но мы все неравнодушные граждане. Поэтому, дорогие друзья, я от чистого сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я желаю вам счастья, семейного тепла и уюта. Я желаю, чтобы каждый прожитый день приносил нам радость. Мы встречались и говорили каждый раз. С праздником вам, друзья, будьте здоровы и счастливы. Впереди у нас много работы, но мы, я уверен, все справимся. Всего доброго.